Возможно, что в скором времени в нашей стране откроются заводы по плазмаферезу, и препараты крови будут производиться из плазмы в промышленном масштабе. А пока ощущается ее дефицит, и поэтому качественную и эффективную помощь населению оказывают доноры. Уваровцы считают, что сдача крови – один из самых милосердных и нравственных поступков, совершить который может каждый человек. Кому-то помочь. Потому что кровь требуется постоянно, вот сдаем. Сдать кровь – это для каждого человека, я считаю, что ничего не стоит, если он здоровый, и помочь остальным другим людям, которые в этом нуждаются. Я считаю, что это доброе дело. Мобильная станция переливания крови обеспечена всем необходимым современным оборудованием. Всего 7 минут в операционном зале. Примерно столько занимает главная процедура сдачи крови, и ее количество хватит для переливания двум нуждающимся. Для взрослого, здорового человека процесс совершенно безопасен. Медики испытали это на себе. Они сегодня среди тех, кто проявил активность. Мы сами знаем, что такое кровь и как вот именно она нужна. Необходимость не только для нас, но и для людей, которые ждут. Если кровь сдадут 100 человек, этого хватит для нужд лечебных учреждений нашей области на неделю. Ежегодно переливание крови делают 1,5 миллионам россиян. И жители Тамбовщины, попавшие в их число, должны быть твердо уверены. Помощь обязательно придет от земляков. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».